Песня «Мама на бис» от Владимира Арзуманяна. Мальчик потрясает. Я знала с его творчеством была знакома, потому что мы все следили за его выступлениями на «Новой волне». При общении непосредственном, конечно, чувствуется вот этот заряд энергии, который он просто распыляет вокруг своей персоны. Очень талантливый ребенок. И дай бог, чтобы судьба была благосклонна к нему, чтобы он смог победить на очень многих конкурсах и сделать прекрасную карьеру вокалиста. Я рада, что арцахская земля продолжает давать нам таких талантливых ребят и девушек. Концерт просто потрясающий и очень приятно участвовать на таком концерте, потому что когда ты выходишь на сцену, именно показываешь свою культуру, это очень уважительно и почетно. И наш участник Евровидения, это просто чудесный ребенок, у него прелестный голос, и мы все очень гордимся, что в Армении такие дети с такими прекрасными голосами. И мы ему желаем удачи. Концерт был очень хороший, мне очень все понравилось. Особенно наша публика очень хорошо встретили нас, было очень приятно. За кулисами царила просто атмосфера такая, что столько эмоций было. Спасибо большое организаторам, очень было все хорошо. Надеюсь, что часто будем устраивать такие концерты. Конечно, только первое место, больше никакого места у нас нет для него. С победой его, желаем ему победы, всего самого хорошего, мы с ним. Я очень рада, что именно Владимир Арзуманян будет в этом году представлять Армению на Евровидении, потому что он достоин того, чтобы выступать и представлять нашу страну. И также у него прекрасные вокальные данные, у него стильный голос, который сегодня покорил эту огромную публику, этот большой зал. Сейчас, я думаю, у него уже много поклонниц, есть и поклонников, и я надеюсь, что это поможет ему, конечно, выиграть Евровидение, потому что мы все за него будем болеть, но все же, в любом случае, для меня он уже победитель. Спасибо.